Всем привет! В новом уже году, в новом году золотой собаки. Всех вас поздравляю, желаю мира вашим домам, хорошего настроения, здоровья всем вам и вашим близким и родным, чтобы все ваши мечты сбывались. Этот год начинается с понедельника, поэтому обязательно нужно действовать, обязательно нужно мечтать и... Прекрасное время понедельник для того, чтобы начать исполнять свои мечты и желания. И если ничего не делать, то ничего и не получится. Вот, всего вам доброго. В этом году у нас было много всего интересного. Вы были с нами, вас уже 5000. И, наконец-то, все звезды сошлись. Я по поводу розыгрыша рюкзака. Вот он, рюкзак. Пришел уже давненько. Причем очень давненько. Вот в таком вот чехле, в сумочке, в этой упаковке. Он очень красивого синего цвета. Я подарю кому-то, одному из вас. 7 января на Рождество мы сделаем розыгрыш случайным числом, случайным выбором. В общем, никогда этого не делала. Если честно, как-то даже немножечко страшно. Вот, поэтому пишите комментарии. Главное быть подписанным на канал. И все. И, кстати, поделиться нужно в соцсетях, чтобы я поняла. И оставить ссылку на свои соцсети с репостом, чтобы я поняла, что вы живой человек. Вот. В общем, сколько угодно комментариев. Чем больше комментариев, тем больше шансов. В общем, рюкзак клевый. Вот там. И, в общем, очень-очень рада. Вообще не готовила речь, просто уже решилась, что уже пора, как раз отличный повод, Новый год. Мы его встретили всей семьей, смотрели салют, который с окна. Я смотрела с окна с Афонией, потому что Афанасий испугался. Вот, а папа с детками, с остальными выходили и стреляли. Вот, ездили до родителей, поздравляли, в общем, все увидите во влогах. Они немного запаздывают, потому что у меня в этом году новое увлечение – пряники. Мне оно очень нравится, буду развиваться, узнавать, надеюсь, много нового. Вот, так что давайте вместе это все делать, вместе развиваться, вместе узнавать много нового интересного. Учить Гришкой английский. У нас еще в этом году Антоха пойдет в школу, в общем... Скучать не приходится. Оставайтесь с нами. Люблю вас, целую. Пока! Все. Вот этот рюкзак ждет вас под елочкой. Обязательно нужно быть подписанным на канал и сделать репост в любой соцсети, чтобы я поняла, что вы живой человек. Вот он под елкой, и елка не горит. Горит. А, Афанасий тут играл с паровозиком. В общем, еще раз говорю условия. На всякий случай, лайки тоже приветствуются. Если будет 1000 лайков до 7 января, до Рождества, то мы поедем еще за одним подарком, будет еще один розыгрыш. Вот. А так 7 января, не знаю точное время, думаю, что вечером мы разыграем этот рюкзак. И он отправится кому-то из вас. Надеюсь, что почта наша отправит по всему миру. Я так думаю, что мы найдем, где это все отправить. В Краснодаре, я думаю, точно по миру отправят. Поэтому участвуют все. Мы справимся с этой отправкой. Я думаю, что невозможного не бывает. Так что всем всего хорошего. Увидимся в новом году. Смотрите нас. Мы вас любим. Пока!